подорожать сигареты. По данным известия, Минздрав подготовил законопроект, согласно которому акцизы на табак снова нет. Время поездки больше не планировалось. Приехавшие гости из Хакасии. Мазда, Киа и девку сбили. Девка за рулем, что ли? Да, она не за рулем, давай, она шла на пешеходу. Пешеходе. А мы-то что, дорогу забыли? Подожди, у меня регистратор зарегистрирован. Ну, иди подойди с ней. Мне кажется, да, съедет. О, вот это да! Как хорошо, что мы в этом ряду были. Пиздец. Пойдем посмотрим. Ебать нахуй!
98-й, срочно сюда, лобовое столкновение. Лобовое столкновение. Машина загорелась. Да. Что за машина? Девяткой КамАЗ перевернулся. Дежурку звони, что ты. Заблаговременно. Еду, мигаю. Чудо.